Здравствуйте, уважаемые болельщики. Добрый вечер. Приветствуем вас на стадионе на Флотской улице, куда возвращается высший дивизион. Первая трансляция матчей чемпионата высшей лиги Севера в новом году. Высшей лиги группы А, потому что в группе Б уже встречались Беда и МЗКП. Этот матч был в прямом эфире. И Беда победила счетом 8-3. В высшей лиге Севера уже один матч состоялся после того, как мы все отпраздновали Новый год, и в январе прошел зимний кубок. Но так получилось, что две недели назад сыграли Нева и Голшарк в субботу, а воскресные матчи были отменены. И там было три игры как раз с высшего дивизиона в группе А. А затем на следующей неделе вообще все матчи были отменены. И поэтому встреча Невы и Голшарк оставалась единственной, которая вообще игралась до этого момента, до момента, когда Владимир Коржевский дал стартовый свисток в матче Нева-Интер, и веселье началось. Вот так вот, пока одна Нева у нас играет в высшем дивизионе, ну и для Невы это шанс сейчас догнать лидера, получается, потому что лидером является как раз Голдшарк, который Неву обыграл с счетом 4-1. Голдшарк, в составе которого уже три человека, которые сезон в Неве начинали, это вслед за Дмитрием Шестаковым перебрались Владимир Бритовский и Дмитрий Кожемякин в Неву. Все они, не в Неву, а в Голдшарк. Просто эти двое транзитом через западную СТК магистраль, которая подразвалилась. И, собственно, именно оттуда на севере в Неве как раз оказался Игорь Крыжановский. Ну, тут мы еще поговорим об этом, обо всем по ходу эфира. Ну, а вот те трое ребят играли против Невы за Голдшарк. Очков не набирали, но Голдшарк выиграл 4-1. Довелось мне слышать, что... Причем так, я не напрямую разговаривал об этом матче, а какие-то там кулуарные слухи через третьи руки, что, может быть, не совсем по делу счет. Ну, в футболе тот, кто забивает, тот и побеждает. Голдшарк усилился, все знали, что Голдшарк усилился, что у этой команды амбициозные планы. И, видите, победа 4-1 на самом деле, вот, ну, меня исход не удивил. Думаю, что не совсем он, если удивил Кирилла Разумовского, полагаю, что скорее нет, чем да. Ну и вот сейчас спрошу у Никиты Лаврентьева, у моего коллеги, который сегодня у нас в роли редактора трансляции выступает, вот его удивил этот счет, и его не удивил. А каким было содержание игры, да кто его знает, да какая разница. Голдшарк 3 очка, Нева 0, у них по одной игре сыграно, больше не сыграно ничего ни у кого. Сейчас о составах команд, ну и потом продолжим эту интересную беседу о новом регламенте высшего дивизиона, о том, что ждет команды, чего ждать командам, ну и на что ориентироваться болельщикам. Итак, Нева, хозяева поля, ворота слева на ваших экранах, бело-голубые футболки, черные штаны, ну или темно-синие, ну в общем, неважно, черные скорее. Тут можно не называть, на самом деле, штаны у всех зимой практически черные. Так, навскидочку, если подумать, то в вот высшем дивизионе в группе А... Здесь момент у Артака Григоряна может быть, но отрабатывает Алексей Мамонов в подкате. Слабо отбил пас, тут еще и Григоряну досталось. Ну, холодновато, поэтому каждый стык, он больнее оказывается, чем когда тепло. Ну, я думаю, что Артак встанет, лучший бомбардир Северной Лиги. Лучший бомбардир Северной Лиги. Вот мы сейчас и видим, что как раз сравнение двух бомбардиров команд. Ну, у Георгия Нурова фантастическая статистика. У Григоряна, на самом деле, тоже просто у Георгия Нурова 4 игры, 1 с голов. Его сегодня нет, и мы его, честно говоря, не ждали, но не могли удержаться от того, чтобы именно Нурова сюда включить, потому что, ну, во-первых, 4 игры, 1 с голов — это отличная статистика, а во-вторых, ну, тем более, что он лучший бомбардир своей команды, а во-вторых, ну, вы же читаете прессу, наверное, и сравнение, вот эти разговоры, «Эх, момент какой!» Сейчас вырвался Владимир Свежук на ударную позицию, с лета стрелял, не попал, створ, был голевейший момент. Первый голевой момент в игре Интер создает, что, в общем, не удивительно. Так вот, эти разговоры Николая Наумова, бывшего... или, по-моему, даже нынешнего представителя Совета директоров «Локомотива», который говорил о том, что Кокорина «Локомотив» отпустил, не стал ему предлагать там запрашиваемые деньги, которые не вписывались в внутреннюю политику внутреннюю политику по молодым футболистам. И, кроме того, было сказано, что когда журналист спросил, ну, разве вы не разглядели перспективы, какой талантливый футболист Александр Кокорин, вот Наумов сказал, что...
А в те годы Георгий Нуров был, впечатлял гораздо больше, считался гораздо более талантливым. Ну, Георгий Нуров потом тоже не договорился с Локомотивом на самом деле, потом оказался в нефтехимике, и вот так вот шел-шел по карьерной лестнице, но в отличие от Кокорина, который медленно, но все-таки верно, гол! Вот так вот. И коснулся ли мяча? Там Алексей Мишин, и похоже, что коснулся. По крайней мере, он кивнул на заданный Владимиром Коржевским вопрос. Ну, а какой еще мог быть вопрос здесь? Ну и Владимир Коржевский пристально посмотрел на номер Алексея Мишина, и счет открыт. 0-1, Интер забивает, не достал Станислав Плохих. По сути, это была передача на Мишина, и он чуть-чуть черкнул мяч, но он в воротах, это главное. Ну и так вот, если Кокорин медленно, наверное, вверх по карьерной лестнице, уже до своего максимума, наверное, дошел, то Георгий Нуров добрался до Велеса, в общем, коллектива ЛФК. Коллектива ЛФК, ну и вряд ли это то, на что он рассчитывал. Но знаю, что Валерий Нуров, в общем-то, в известной степени горд этой историей, что Гоша, его сын, считался перспективнее Александра Кокорина. Но это повод пожалеть, наверное, что в итоге он не играет на том же уровне, вполне мог бы. А сейчас у Артака Григоряна был шикарнейший еще один момент, ну и теперь все, пора уже вас наконец знакомить с составами, тем более, что я уже немало футболистов назвал. Нева, форму я вам ее рассказал, в общем, я начал про штаны, так вот, так, навскидку, в общем-то, не в черных штанах зимой вышли в группе А, наверное, одна команда только играет. Ну, и та играет не в черных, а в серых штанах. Ну и теперь составы команд. Нева, Станислав Плохих в воротах номер 1. Оборона справа налево. Тимур Бураев номер 3. Алексей Мамонов номер 21. Антон Ходорев номер 2. В полузащите справа налево же Игорь Ишутин номер 10. Евгений Евгеньев номер 5. Игорь Крыжановский номер 18. И Сергей Нечушкин на острие атаки номер 11. Я вот не видел, кто с повязкой выводил Неву. Повязки, собственно, нет ни у кого. Еще бы у Невы еще капитанская повязка была. Наверное, была бы не Нева уже. Полагаю, что Станислав Плохих в роли капитана выступает. А здесь момент, и надо было сравнивать счет. Сергей Нечушкин бил головой. Может быть, там ему не очень удобно. Бывает... Одному футболисту удобнее с левой стороны головы бить, другому с правой. Есть те, кто универсален в этом плане. Но на самом деле разница существует, какой стороной головы бить по мячу. Может быть, у Нечушкина это была неудобная сторона. Может быть, просто не построился. Навес-то был хороший, но сам форвард находился все-таки в полоборота от ворот, а не к воротам. И так бить сложнее. Что касается Интера, состав следующий. Да, у него нет запасных. Это важный момент. В общем-то, наставник Юрий Смоленинов думал. Юрий Смоленинов думал, как расставить футболистов, но то, что 8 игроков и больше никого не будет, это факт. Из тех, кто мог бы за него сыграть, я так понимаю, Валерий Нуров находится, по-моему, на скамейке запасных, но Валерий Нуров уже давно не в заявке, да и сыграть-то он мог бы только в воротах, а Станислав Плохих здесь есть, полевых, может быть, не хватает. Кстати, против Интера отсутствие замены – это важный фактор. Интер – одна из команд, которые больше всего выматывают соперника, ну, пожалуй, Интер да Гефест. Ну, а вот еще, да, мне подсказывает Никита Лаврентьев, что с Голдшарк минус один Нева вроде бы начинал, не знаю, насколько это в итоге повлияло на результат, но это Нева. Да, ну у Невы, видите, у Невы проблема этой команды известна именно вот в организации, собственно. Ну а как, чем же иначе, чем как организации объяснить поражение Невы от Энергомаша в конце первой части чемпионата, совершенно неожиданное, ни для кого, в общем-то, этот результат не стал тривиальным и ожидаемым. Но вот Энергомаш выиграл, продолжил борьбу за выход в первую восьмерку. Ну, знаете, два одиночества встретились. Энергомаш в итоге в первую восьмерку не попал. И я так понимаю, что в итоге из-за этого окончательно был лишен финансирования. И после этого снялся с соревнований в высшем дивизионе. В группе Б он не выступит. Так что нет, там Энергомаш не Тазимут. И всего 6 команд играют. Поэтому в большинстве туров там будет по 2 матча. А только в 2 по 3. Тогда должны были бы играть между собой Азимут и Энергомаш. Итак, состав Интера. В воротах Александр Филимонов, номер 1. Справа налево в обороне Алексей Мишин, номер 23. Николай Липаткин, номер 17. Руслан Нахушев, номер 15. Дмитрий Мечков, номер 6 в опорной зоне. Это, пожалуй, голос Северной ЛФЛ. Я бы так назвал этого полузащитника. Ну, великолепный мастер, но и такой
Вот как Роман Широков был такой правдоруб в профессиональном футболе российском. Вот такой же, наверное, в ЛФЛ Дмитрий Мечков, по крайней мере, в ЛФЛ Севера. Александр Рощин, номер 22, и Владимир Свежук, номер 31. Ну, формально у меня Рощин правее, значит, со Свежук левее. Сейчас они так и располагаются. Но помните момент, когда Свежук бил с лета? Вот он был справа. Ну и вообще, Артем Ковалев, который сегодня обязанности главного тренера исполняет, он сказал, что будут меняться. Они все равно, так что неважно, куда поставить. Удар Артака Григоряна накрывает Игорь Шутин. Ну и Артак Григорян — это человек, который на три атаки играет. В запасе Эдуард Батыгин, номер 20, голкипер. Защитники Константин Кадеев, номер 89, Илья Федоров, номер 99. Ну и группа атаки, я бы так назвал, потому что Алексей Аверьянов, номер 12, он может и в атаке, и в полузащите сыграть. Ну и два хавбека — Артем Ковалев, номер 13, и Максим Тараненко, номер 9. Ну вот такой. Состав у Интера немножко удивительно, наверное, что Константин Кадеев в запасе. Еще знаю, что Илья Федоров должен был начинать слева в обороне, но Руслан Нахушев доехал до поля, и когда там тренерский штаб Интера совещался, и когда прозвучала фраза «Руслан доехал», Илью Федорова из стартового состава вычеркнули. Думаю, Илья не в обиде. Ну а Руслан Нахушев — большой мастер. Человек, который очень много в премьер-лиге отыграл. Ну и из тех, кто сегодня играет, ну, пожалуй, у Руслана... Ну нет, прошу прощения, конечно. Вот этот человек, Александр Филимонов, конечно, имеет самую яркую карьеру. Ну а Руслан Нахушев второй. Ну и, собственно, третий и четвертый футболисты тоже в Интере. Это Дмитрий Мечков и Владимир Свежук. Свежук совсем немножко посверкал на элитном уровне, но за «Динамо» успел засветиться. Ну а Дмитрий Мечков так-то и в Бельгии поиграл с Андреем Дятелем, а потом выступал за Томь в российской премьер-лиге. Вот сейчас является действующим чемпионом Севера в составе «Терминатор». Ну а вообще он уже играет в четвертом клубе в ЛФЛ. И все четыре — это топ-команды. Сначала два топ-клуба, знаете, как вот как будто человек поиграл в Барселоне и Реале, а потом в английскую премьер-лигу уехал. Ну или наоборот, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, а потом в испанскую премьер уехал там за Барселону и Реал поиграть. Почему поменял чемпионат? Потому что западная премьер-лига, Дмитрий Смирнов всегда ориентировался на английскую премьер-лигу, и даже логотип на базе английской премьер-лиги сделан, поэтому, наверное, логично сравнивать с чемпионатом Англии. А тот чемпионат, так вот, Дмитрий Мечков играл за... дебютировал он за Атлантис, потом оказался в Мега-Титане, потом перешел в Терминатор, и летом этим, когда Терминатор снял с соревнований, мог бы вернуться в Мега-Титан, но не сложилось, и перешел он в Интер. В итоге, думаю, не жалеет Интер. До того, как трансферная кампания началась, Интер был главным фаворитом, наверное, в чемпионате. Полагаю, что, опять же, вот если опрос среди коллег проведу, они согласятся. Сейчас у Никиты опять спрашиваю, был ли Интер главным фаворитом чемпионата до того, как прошла трансферная кампания. Тут нужно либо кивнуть, либо помотать головой. А так, вот Никита пишет. Сейчас я уточняю вопрос, потом расскажу вам, о чем мы говорим. До того, как трансферная кампания началась. Дело в том, что Никита сказал, что для него равны были примерно Интер и Гефест. Вот до того, как Эрик Корчагин на Гефест подписал, мне кажется, все-таки, при всей моей любви к Гефесту, что Интер был фаворитом. Но подписав Эрика Корчагина, античные, по идее, решили проблему нападающего. И таким образом, думаю, что примерно шансы сейчас равны Интера и Гефеста. Есть ЦДК, конечно, но ЦДК... Наверное, все-таки ЦДК — это команда настроения. Нева тоже команда настроения и команда вопроса организации, настроения, но все-таки калибр пониже. А у ЦДК, да, у ЦДК... Именно если настроение хорошее у команды, если клуб заряжен, то есть бывает, что не собираются тоже, когда там что-то не идет, армейцы. Так вот, если все нормально, все в порядке, то да, ЦДК может кого угодно обыграть, и в том числе на длинной дистанции. Но будет ли на длинной дистанции это настроение? Это вопрос. А вот у Интер Гефеста с этим попроще, тем более, что... И Интер, и Гефест играют в Кубке ЛФЛ. И, наверное, в данном случае то, что у них будет побольше матчей, мне кажется, в какой-то мере даже в плюс. Вот именно этим командам большое количество матчей в плюс. А для ЦДК, наверное, был бы минус. ЦДК тоже продолжает в Еврокубках играть, но в Лиге Чемпионов
Там меньше матчей, но там, конечно, будет очень серьезная борьба. И если получится так, что вот в те дни, когда будет Лига Чемпионов, в те недели будет еще и тур чемпионата, у ЦДКА могут быть проблемы. Потому что новый регламент, и здесь практически все матчи будут сложные. Напомню для тех, кто подзабыл, или расскажу для тех, кто не знает, что с этого сезона делится на два круга, вернее, на две части чемпионата высшего дивизиона Северной Лиги. В первом круге определялись восьмерки сильнейших. Оказалось, что вот эта восьмерка, Интер, Гефест, Динамо, вот мы смотрим сейчас показатели Интера и Невы за 15 туров, собственно, ну, достаточно близки друг к другу, 6 очков всего разница, причем выиграй Нева у Интера, и Нева была бы выше, потому что было бы поровну очков, и по личной встрече Нева была бы выше, но это все если бы докабы. Интер победил достаточно уверенно в том матче, хотя Нева долго вела, это был самый старт чемпионата, первый тур вообще, но в итоге Интер победил по делу. Здесь момент, может быть, у Интера еще один, но и гол. И гол... И это Владимир Свежук своего все-таки добивается на экваторе первого тайма. Прошел, никто его не встретил, ударил в дальний угол. По-моему, зацепил Станислав плохих мяч. Но спасти был бессилен в этой ситуации. 2-0. Или 0-2, если говорить о том, что Нева сегодня хозяин поля. Кстати, Свежук и Рощин уходят, другие инсайды появляются. Максим Тараненко, я вижу, под 9-м номером на поле. Ну и, наверное, Аверьянов под 12-м. Сейчас я посмотрю, кто там. Да, Аверьянова я вижу. А, нет, Тараненко нет, наверное, или есть Тараненко. Удар плохих отбивает. Будет ли добивание? Нет, там не Тараненко, там Илья Федоров вышел на правый фланг под 99-м номером. Интересно. Болист Интер в шапках, вот так что я знаю в лицо Максима Тараненко и не узнал его. Перепутался в Ирьянову. Ну, не суть важно. Так вот... отыграв один круг... каждый с каждым. Определились две восьмерки. Здесь надо третий гол забивать. И Алексей Аверьянов. Артак Григорян сделал передачу. Сейчас негодует просто, наверное, потому что мог бить сам. А в итоге отдал Аверьянову. Ну, просто на гол. Ему немножко мешал. Теперь затруднял эпизод Игоря Шутина. Ну, как не забил сейчас. Аверьянов. Удивительно. Ну, так вот. Восьмерка определилась. И... теперь в два круга между собой восьмерки, то есть 14 туров, с нуля начинаются очки, не сохраняются ни вообще за первый круг, ни набранные в матчах между собой. А сейчас Аверьянов навешивает, и здесь была бы красная карточка, если бы Игорь Шутин смог бы исполнить Луиса Суареса до конца, но он не смог. На 17-й минуте Аверьянов исправляется и возвращает должок Григоряну. Думаю, что так даже для Григоряна лучше. Если бы он выбрал, чтобы пас или гол, пас на Аверьянова или гол с передачи Аверьянова, наверное, выбрал бы гол. Ну и гол он забил, а Аверьянов его пас не реализовал, не трансформировал во взятие ворот. Ну и... теперь уже, наверное, интрига этого матча, вопрос такой. Риторический, по большому счету. А с другой стороны, может быть, он таким и был изначально, особенно после, учитывая, какой став был у Невы, но если не забивать такие моменты, как сейчас Сергей Нечушкин, вроде все здорово сделал, и корпус поставил, и развернулся, но не попал в дальний угол. Ну и Нева уже 1-7 у нее во второй части чемпионата. Это не значит, что Нева выбывает из борьбы за высокие места, но из чемпионской гонки, ну, наверное, она в ней не была. Давайте называть вещи своими именами. Ну, кто бы поверил, что Нева станет чемпионом? Вряд ли. Да, ЦДКА может. Да, Динамо. Многие сомневаются, но в целом Динамо хороший состав, и трансферная кампания проведена, и Михаил Тимофеев вернулся на север из той же стака магистрали развалившейся, и вернулся на север и в Динамо Спичка. И подписан Сергей Анохин из Гефеста. В Гефесте он, в общем, уже, наверное, себя исчерпал. Но в Динамо, думаю, будет как раз очень кстати, это нападающий. И все это усиление, все это должно вывести Динамо на новый уровень.
Ну и при этом вряд ли Динамо сможет за чемпионство бороться. Ну а сейчас вы видите на своих экранах трофеи. На самом деле интересный нюанс. Вот золотые медали. Ну, у Интера понятно, что 8 золотых медалей и одна серебряная. Это все в северо-восточной лиге. Но на севере уже 2 трофея есть у клуба Сергея Филина, которого сегодня нет. Как сказал Артем Ковалев, шеф появится в последний момент, на мой вопрос. Будет ли Сергей Филин сегодня играть? Ну, заявки нет, значит, не появится. Так вот, 9 трофеев на северо-востоке, это только в чемпионатах. 2 трофея в северной лиге. Ну, а Нева 5 чемпионств, и по чемпионствам это самая титулованная команда севера. Вот видите, если брать Интер по количеству медалей, то он как бы обходит. У Интера еще есть кубок ЛФЛ. У Невы есть кубок ЛФЛ, конечно. У Интера есть Лига Чемпионов, есть 3 кубка Северо-Востока. Вернее, 2 кубка Северо-Востока, 1 суперкубок Северо-Востока. И по такому трофею на севере и тому, и другому трофею удар Игорь Крыжановский бил. Хотел сказать, что вот он не заметен, разговаривая о приобретениях. Ну вот, увидели мы Игоря Крыжановского. У него, кстати, пушечный удар. Но сейчас действительно ничем себя не проявил. Ну так вот, Интер самая титулованная команда Северной Лиги по чемпионствам, по количеству трофеев. Другое дело, что все это почти было на Северо-Востоке завоевано. На севере больше всех чемпионств выиграл Нева, аж 5. Никто даже близко к Неве не подбирается, ни у кого нет больше 2 титулов. 2 титула есть у Терминатора, 2 титула есть у Беды, 2 титула у ЦДК. Здесь ничего не путаю. Или у ЦДК 1, наверное, титул. А у Беды 1 титул есть. Да, у Протона есть 2 титула, конечно. У ЦДК 2, да, и 2 у Терминатора. Но Беда при этом самая титулованная команда по количеству трофеев. Очень много кубков, суперкубков на выигрывание. По количеству даже не трофеев, а по количеству трофеев плюс медалей. Вот медалей вообще больше всех брала Беда на севере. Ну, самой титулованной командой ее назвать нельзя, но там серебряных, бронзовых насобирали очень-очень много. Но сейчас, видите, Беда в нижней части высшего дивизиона. Собственно, там это единственный медалист. Конечно, Беда из тех, кто до медали, да и до чемпионства добирался, не хуже всех сейчас выступает. Потому что есть команды, которые гораздо ниже. Есть команды, во-первых, которые уже перестали существовать, как водный стадион, но есть команды, которые выступают там и в третьих лигах, там Головино, которая в первом чемпионате брала бронзовую медаль. Спартак Химки, двукратный чемпион севера, выступает в третьем дивизионе, то есть в четвертом эшелоне северного футбола. Может быть, вернется во вторую лигу, но еще надо вернуться. Еще момент у Интера. Не доводят до логического завершения атаку на Радзури, которые сегодня в такой кислотной форме выступают. Ну и есть еще команды, которые брали медали, а сейчас их нет наверху. Так что у нас случилось? С чем связана пауза? Так, ну, не хватало еще потерять кого-то из футболистов Неве, судя по тому, что Сергей Нечушкин сейчас в центре поля, это Евгений Евгеньев. Там, нет, это Тимур Бураев. Это Тимур Бураев, правый защитник и один из энерджайзеров команды. Если Тимур Бураев вдруг не сможет продолжить игру, Нева будет играть в меньшинстве. И остаток этого репортажа получится, конечно, особенно веселым. Ну, Игорь Шутин, еще один тоже энерджайзер, вот на одной бровке они играют, просил потерпеть. Тимур Бураев пошел повыше, и Шутин сейчас занял место в обороне, ему не привыкать. В принципе, наверное, его изначальная позиция — это как раз защитник. Ну, посмотрим, что получится. Пора выпускать, хотел сказать, Максима Тараненко. Ну и скажу еще раз, пора, потому что тут я вижу представителей Южной Лиги. Люди из футбольного клуба «Иствуд» сегодня на Флотской. Никита Козюхин я вот вижу. Наверняка и Алексей Евдокимов. Я знаю, что он главный тренер «Иствуда» собирался сегодня приехать. Почему о них говорю? Потому что Максим Тараненко, он из «Иствуда» как раз и перебрался
в Северную лигу, в Интер. Ну а что, будет здесь гол? Да, будет гол. Сергей Нечушкин возрождает интригу. Ну, рано так говорить, но, по крайней мере, так повеселее, согласитесь. И Нева не уступает крупно. Можно говорить, что впервые в второй части, впервые с тех пор, как ввели новую систему в высшем дивизионе, в медальной части сезона Нева впервые не проигрывает крупно. Пока, да, у нас только все начинается. Можно разные статистики насобирать подобные. Ну вот Сергей Нечушкин, голевая машина, которая, наверное, немножко сбрахлила в последнее время, как красная машина против Словакии примерно. Но все равно забивает, и вот сейчас он отличился. А здесь не поняли друг друга Аверьянов и Мечков. Ну, Дмитрий Мечков потом расскажет, если что. Про Аверьянова обязательно. Останется только пригласить на бровки программу или взять интервью. У нас уже на самом деле собираются участники следующего матча, но, по крайней мере, одна команда собралась, это Гефест. Голшарк я не видел пока представителей, ждем завтра еще две игры. Одну покажем в прямом эфире, Легион APC, ну и еще один поединок, а даже две игры завтра в прямом эфире, просто Аэрофлот Ассирия, это матч первого дивизиона. Ну, а на самом деле на игру Динамо ЦДК приходите посмотреть, это просто классный футбол будет, здесь много будет зрителей. И при других раскладах, наверное, мог быть матч в эфире. Если бы я выбирал, наверное, этот бы матч выбрал показать, а не Интер-Нева. Но мне жаловаться не на что, потому что показывали бы матч Динамо-ЦДК вместо Интер-Нева, я бы вообще оказался без эфиров в этом туре, поскольку не мог бы просто по времени попасть. А так мне повезло, и вот выпало назначение. И стараюсь не испортить для вас этот матч. Ну, а я сам не представлялся, но думаю, что узнали, те, кто смотрят трансляции. Для вас Александр Седов работает на этой встрече. Крыжановский выдает длинную передачу. Она не проходит. Я говорил о том, что Дмитрий Мечков наигрался в топ-клубах на севере и западе. Но то же самое можно про Игоря Крыжановского сказать. Ну, СТК «Магистраль». Так, Мечков что делает? Аверьянов гол. Мечков не забил, забил Аверьянов. 4-1. Сейчас можно говорить о том, что в матчах Невы одинаковый счет всегда на табло в медальной части чемпионата. Другое дело, что с Голшарк так закончилась игра. А сегодня еще первый тайм не завершен у нас. Да, он подходит к концу, но вполне возможно еще будут голы и в нем. Еще целых 3 минуты с небольшим играть. Ну так вот, Игорь Крыжановский играл за СТК «Магистраль» на западе. Но он там больше за кого играл. Еще играл за «Веер» изначально. Вот потом уже в СТК «Магистраль» пришел, причем еще в первую лигу, но и потом и в высшем дивизионе играл в западной премьер-лиге. Потом была у него командировка в «Терминатор» северный. Еще момент. И что, гол будет? Да, вот, пожалуйста. Владимир Свежук оформляет дубль на 28-й минуте. Ну и Нева, если так пойдет, вот из участников первой восьмерки одна команда, ну, самый крупный счет у Интера с участником первой восьмерки был в матче с Легионом, с счетом 10-1 Интер выиграл, ну, если так пойдет и дальше, Нева сегодня больше получит, ну или столько же, вполне возможно, по крайней мере за тайм пятерочка уже имеется. Ну, как говорится, будем посмотреть. Нет, вы знаете, я так анонсировал, что из Истада будут люди. Нет, просмотрел. Я, вернее, за капюшоном показал, что Никита Козюхин, на самом деле, это был не он, а вообще-то Евгений Шаренков из Гефеста. Когда вот увидел, что с Павлом Котовым идет этот человек, понял я, что ошибся. Ну да, немножко похожи они, если знаете обоих, даже прической, а там за капюшоном действительно можно спутать. Так что из Южной Лиги никого нет, но это не повод не выпускать Тараненко, он до сих пор не появлялся на поле. Я, правда, сейчас смотрю,
Не вижу, есть ли он вообще на скамейке Интера, но просто тяжело увидеть, все в темном. А еще и прожектора светят прямо в лицо, в комментаторскую кабину. Не могу пока сказать. Филимонов не спешит, очень спокойненько через Мечкова обыгрывается. И вроде Нева обозначала подобие прессинга, а по факту это просто дали больше свободных зон Интеру. Тут Рощин много придумывает. Сразу три футболиста из Интера устремлялись к мячу. Ну и вот, наверное, Артака Григоряна, который сейчас отдыхает, не хватило Радзури, чтобы этот момент превратить в гол. Рощин. Мишин обратно Рощину. На что Нева может рассчитывать? На самом деле, даже несмотря на такой старт, быть в пятерке Неве вполне по силам обогнать EPC, Легион и тот же Голдшарк, например. Почему нет? Нева тоже может и с лидерами зацепиться, зарубиться. И вот недавний матч с ЦДК, ну недавний, в конце первой части чемпионата. Мы помним, когда Нева вела почти всю игру, но в итоге проиграла, но хороший футбол показала. Все возможно. Здесь, но не в этом матче, конечно. И поражение от Голдшарка, оно, конечно, неприятно для него. Для Голдшарка это вообще отличный показатель, отличный результат в борьбе за место в Еврокубках. Думаю, что Голдшарк будет доволен этим, в принципе. Но поговорим мы уже о еврокубковых раскладах, о том, что ждет Север во втором тайме, а пока у нас перерыв. Отдыхаем. 5-1. Интер выигрывает у Невы. Дубль Владимира Свежука, голы Мишина, Григоряна, Аверьянова. И единственный мяч Невы в исполнении Ничушкина. Пока больше ничего не было. Ждем второй половины. Ну что ж, возвращаемся мы на стадион на Флотской, где у нас второй тайм сейчас стартует в матче Нева-Интер 5-1. Интер впереди. Да, матч Нева-Интер, счет 1-5, если уж быть до конца точными, педантичными. Пара моментов. Я сразу приношу извинения, конечно, Алексею Бритовскому. Владимиром его назвал в первом тайме. Но бдительные коллеги, в частности, Кирилл Разумовский, меня поправили. Ну и, конечно, в ЦДН играл Михаил Тимофеев. Тут я уже, да, не стал лезть в бумажки. Столько человек из СТК Магистрали ушли, что я как-то, наверное, на автомате сказал. Но нет, из ЦДН Михаил Тимофеев ушел. ЦДН вроде бы не все плохо, все неплохо, но там, во-первых, очень большой состав. Я не слишком пристально следил за тем, как Тимофеев играет, но я отмечал, что он там важную роль играл, по крайней мере, поначалу. Но, может быть, на север потянуло, может быть, что-то все-таки на западе не складывается. В любом случае, для севера это отлично, потому что Михаил Тимофеев будет в сборной севера играть. Не знаю, играл бы он в сборной запада, но в сборной там свои герои. Но в сборной севера будет играть точно. Артак Григорян, нет, здесь немножко не получилось футбольное эстетство у Артака. Ну и давайте по трансляциям, вот тоже Интер-Нева, почему у нас показывается, выбран сегодня, потому что у нас тем временем счет 6-1 становится, я даже сейчас не скажу, кто забил, надо понять, у нас сейчас будет повтор импровизированный, потому что мы можем отмотать трансляцию. Но уже на второй или на первой даже минуте, получается, второго тайма Интер забивает гол. Ну, вакханалия какая-то у Невы в защите. Как вот Артак Григорян оказался. А Тима Шутин выбивал. Накрыли. Ну, я так понимаю, Алексей Аверьянов забил гол. И оформил дубль на 31-й минуте. Ну, так вот, про трансляции. В общем, есть желание показывать поровну всех лидеров. Ну, там понятно, что все матчи Легиона транслируются. И все, кто играет с Легионом, все команды по два раза в играх с Легиона будут показаны. Легион все матчи. Но, в принципе, лидеров есть желание показывать у Лиги по максимуму. Ну, я думаю, что там тот же EPC, например, если не будет в числе лидеров, ну, там игры с Голдшарк вполне могут быть показаны. Может быть, нет, не знаю, но время покажет. Но, например, у нас
На следующей неделе Гефест Динамо планируется в эфире. Поединок будет интересным. Конечно, здесь Филимонов отбивает на угловой зачем-то. Ну, а потом у нас будет насыщенный уикенд, когда будет 23 февраля, будет доигран первый тур пропущенный. И там будут показаны матчи Гефест ЦДК и Регион Динамо. А 25-го Интер ЦДК и Динамо Гефест, например, будут показаны. Ну и не Вальон в том туре должен быть показан. Какого-то спортивного сейчас толка, наверное, интереса у нас игра не вызывает, к сожалению. Ну, а с другой стороны, вот опять же, о чем порассуждать? Игра Интера, она показательна даже в таких условиях. Там вот Григорян чуть-чуть спижонил, но имел право поистестовать. Не забил, но все равно атака Интера, Интер пошел в прессинг дальше. И все равно довел эту атаку до гола, потому что не позволили Ишутину выбить мяч далеко. Перехватили и быстро организовали взятие ворот. Ну и... К тому же Интер играет в качественный футбол и никогда, в общем-то, не останавливается. И все равно продолжает комбинировать. И его игру можно изучать, особенно если кто-то готовится по видео матчам на Радзуре, вполне и сейчас по тому, что происходит. Интер не будет вставать, не будет останавливаться. И он, в общем, давит сейчас на Неву. Та не может поднять голову даже. Ну, Интер показывает класс. Другое дело, что, опять же, мы вот смотрим сейчас, да, 6-1, да, шансов у него нет, и ничего не получается, и все очевидно, и, мол, зачем было показывать этот матч. Но кто же знал, что у него будет 8 человек? И даже тот факт, что в предыдущем туре с Голшарк изначально всемиром играли, тоже не показатель, потому что с него может быть все что угодно. И когда Нева настроена и заряжена, она может с любым лидером играть, и... В первом круге, я уже так упоминал, матч два раза Нева вела в той игре. И 2-1 вела после первого тайма, по-моему, 2-4 или 2-5 закончилась игра. Сейчас посмотрим, уточним. Но суть в том, что, да, Нева вела у Интера достаточно долго, хотя там тоже были проблемы с составом у команды. 2-4 в итоге проиграл, но там Интер, когда сравнял счет, очень быстро третий забил, а потом четвертый. Но сравнял счет Интер во второй раз... Очень поздно, вы видели на своих экранах историю противостояний, были в древние времена две игры в Лиге Чемпионов у этих команд, и тогда дважды победил Интер, в том сезоне дошел до финала, но уступил здесь, на севере, вопросам спорта, 2-3, там Юрий Двоегласов еще не юный, но молодой, и... Достаточно хорошо двигавшийся даже по меркам нынешней ЛФЛ. А Интер, Евсеев, Парфенов были в том составе, но это не помогло. Хлестов не помогло Интеру, да. Ну и уже матчи прошлого сезона, там обменялись победами Интер и Нева. Ну и вот 4-2 победа Интера в этом чемпионате. Итого 4 победы. Такой с Рабона от Руслана Нахушева вообще не вытекало из ситуации, но Руслан Нахушев решил эту Рабону выполнить. И опять же, может себе позволить. Тем более, что главой все равно заработал Интер благодаря этой Рабоне. Ну а у нас Александр Филимонов тут приставными шажочками уже за штрафной. Как может. Двигается, разминается. Чтобы не замерзнуть окончательно. Потому что Александр Филимонов практически без работы. Ну а в голе Нечушкина он спасти уже не мог. Там тот был на убойной позиции, еще и замахами уложил вратаря. Артак Григорян подбрасывает мяч, оставляет удар. Это, по-моему, Ковалев, да? Артем Ковалев на поле появился.
Только Максима Тараненко я не вижу. Ну, может быть, его и нет все-таки, раз не выпускают. До сих пор, даже в такой игре. А здесь Мичушкин поставил корпус своим низкопосаженным центром тяжести. Сыграл и не позволил. Добраться до мяча сопернику. Игорь Крыжановский. Наверное, уже примерно 100 минут думает, куда я попал. 100 минут в высшем дивизионе Севера. Не договорил я про него, кстати, в первом тайме. Он играл в Вере, потом играл в Терминаторе, играл в Высокомагистрале. Ну, ох, между ног Филимонова мяч проходит после удара Игоря Крыжановского. Как раз угловой он зарабатывает. Ну и играл за Титан в этом сезоне Игорь Крыжановский. Потом вернулся в Высокомагистраль. Ну и третья команда, к слову, куда бы ни попал, а уже перейти никуда Игорь Крыжановский в этом сезоне не сможет. Потому что в ЛФЛ больше, чем в трех командах, играть нельзя. Вообще Игорь Крыжановский может вполне быть усилением для сборной Севера. Но выбор очень большой. Сборной Севера. Ну и Александр Филимонов, который отчаянно грелся все последнее время, уступает место Эдуарду Батыгину, который 21 минуту, вряд ли будет добавленное время, 21 минуту проведет на поле. Нева играет, такое ощущение, по схеме 2-3-2. Причем Нечушкин под Крыжановским. Действует такое ощущение, просит Крыжановский передачу, Нечушкин не отдает, бьет, до Крыжановского мяч доходит. Тут, ох, Батыгин как горячий пирожок голыми руками схватил мяч, не смог поймать. В итоге какой-то сумбур, и Мишин выбивает просто за боковую. Интересно, интересно. Бураев. Ну, Интер расслабился. Вот, да, с одной стороны, когда с мячом атакует остро, опасно. С другой стороны, без мяча больше позволяет соперникам. А Эдуард Батыгин в памяти про прежних временах в миланской кофте вышел, в миланском костюме вышел играть за Интер. Помним мы, когда Интер в футбол Ювентуса играл, и были костюмы Милана, но не такие, не черно-красные, а, по-моему, такие золотистые. Если память мне не изменяет. Вот Никита Лаврентьев пока подсказывает, что не изменяет мне память. И Мечков, которому зачастую интереснее по четвергам на тренировках у Интера играть, чем в матчах первой части чемпионата. Вот интересно, как ему сейчас во второй. Думаю, что в четверг было интереснее, опять же, на тренировке у Интера. Ну, по крайней мере, перфекционисту Дмитрию. Ну, бегает исправно. Григорян ставит корпус. Кстати, Григорян раньше, когда мы его критиковали за то, что топ-клубом не забивает, раньше Григорян вот в таких играх старался как можно больше засунуть. 5-6, пожалуйста, если можно, забивал. А топом забивал мало. А сейчас Григорян забивает всем. И сегодня, ну, какой-то сверхнацеленности на ворота у Артака нет. Он и так безговорочно лучший бомбардир. Но вот я не знаю, как сейчас будет этих бомбардиров считать. Вот и Никита не знает, Лаврентьев. С нуля ли? Ну, вообще логично, наверное, считать отдельно сейчас бомбардиров. Ну, тогда Артак Григорян, и это у него уже не один, лучший бомбардир и лучший по гол плюс пас в первом круге. На самом деле, передачу Артака тоже много, и мы видели, какие он пасы порой выдает. В общем, 15 у него передач и 26 голов. Это на 15 матчей, при том, что, если я не ошибаюсь, с Азимутом Интер уже не играл. А я не ошибаюсь. То есть Интер 14 игр провел. В общем, и голов, и передач больше, чем одна за игру у Артака Григоряна. Голов практически 2. То есть, по сути, 3 очка за игру Артак Григорян набирает. То есть, без одного очка 3 балла за игру у него в среднем. А, даже нет, он же уезжал еще, не во всех играх играл. 12 игр сыграл Артак Григорян, 26 голов. И 15 передач. Ну и еще 6 матчей в Кубке ЛФЛ, 12 голов, 5 передач. Но там Интеру совсем было неинтересно. А здесь момент как раз у Артака Григоряна. Но его оттесняли, и плохих сократил угол обстрела. И мяч отбил ногой. Антон Ходорев задержался на чужой половине поля. Где-то в углу стоит, в оборону не идет. Зато вот здесь вот включается. Помогает Неве мяч отвоевать эффектом неожиданности. Мамонов. Нечушкин. Ходорев, ну так про Еврокубки. Здесь угловой Нева зарабатывает. Вполне Нева может быть и в пятерке, может даже и выше.
еще ничего не потеряно. В любом случае, вылететь не удастся, вылететь уже нельзя. Ну, а борьба восьмерки, она только началась. И да, поражение Галшак неприятно, но поражение от Интера, наверное, это закономерно. И сегодня, в общем-то, ну, было бы сенсацией, если бы Нева победу одержала. Мы допускали, что это возможно. Но если бы это было, это считалось бы сенсацией, безусловно. Ничушкин бьет, рикошет, гол! И счет становится у нас 6-2 уже. На 14-й минуте второй половины встречи Сергей Ничушкин догоняет лучших голеадоров сегодняшней встречи. Владимир Свежука и Алексея Аверьянова. И оформляет дубль. Еще напомним, Алексей Мишин и Артак Григорян по одному мячу забили. Ну и не войдет вперед Бураев. Интер позволяет забивать уже, наверное, никаких 10-1. Ну, понятно, речь не идет, но о 10 пропущенных мячах для Невы. Может это все случиться, но в целом не вытекает, наверное, из логики происходящего во втором тайме. Интеру просто такое ощущение, что не нужно, но вот Артак Григорян свой дубль тоже оформляет. Что это все оформляют дубли, а я нет, решил Артак и на той же 14-й минуте, на которой Ничушкин сделал счет 2-6 и сократил отставание Невы до 4 мячей. Артак Григорян увеличивает разрыв до тех же 5, возвращает статус-кво, можно сказать. 2-7. У Интер масштабные замены. Артем Ковалев возвращается в игру. Алексей Мишин. Нахшев уходит, я вижу. Ушел Мечков. Рощин вернулся. И Владимир Свежук в центр полузащиты отправился. А здесь Крыжановский своей с пушкой. Здесь штрафной зарабатывает. И вот эта точка для Игоря Крыжановского, ну, практически идеальная на самом деле. У Невы всегда было много мастеров стандартов, в основном левоногих. Но сейчас с приходом Крыжановского, я думаю, что он львиную долю штрафных заберет. Антон Ходорев сплеснул руками, что он передачу хотел, но там не читалось. Но кроме Крыжановского еще Евгений Евгеньев, у мяча человек, который, перейдя в Неву, уже на стольких позициях поиграл. И, по-моему, так ему роли не нашли какой-то постоянный. Хорош был в центре обороны, хорош был в полузащите. А Крыжановский попадает в стенку. Ну, не каждым ударом забивать, но, на самом деле, Крыжановский здорово бьет. Штрафные здесь Бураев хороший, это штрафной. И что, еще раз для Крыжановского точка, но нет. На этот раз Евгений Евгеньев уже не отдаст. Наверное, потому что в прошлый раз он уступил Игорю Крыжановскому право штрафного. Ну и сейчас Игорь, он здесь подходит, как всегда, прихрамывает, но он понимает, что бить будет партнер по команде. Ну, даже не знаю, какой из этих двух ударов был лучше, если честно. Совсем не получился удар у Евгения Евгеньева. Эдуард Батыгин вводит мяч в игру, перевалил за экватор уже. Второй тайм. Фол, атака Григоряна, Нева быстренько разыгрывает. Крыжановский в окружении всех. Еще один рикошет, и там для Батыгина по скользкому полю очень непростой был удар, но он взял мяч. Молодец, Эдуард, справился. Ну вот в прошлом году 52 гола забил Артак Григорян. Там другому бомбардиру он уступил, Виталию Гурцкая, который больше не выступает на севере. Вообще Виталий Гурцкая больше всех на севере, наверное, голов забил. Ну, у Григоряна есть возможность еще догнать, я думаю, со временем. Если он никуда не уйдет, и никуда не уйдет Интер, пока никаких предпосылок ни к одному, ни к другому нет.
Нева разыгрывает угловой. И здесь Бураев, смотрите, в опасной зоне с мячом. Выдавливают его. Ходорев мешает друг другу Мамонов и Крыжановский. А здесь Арта Григорян уходит, и можно направо передачу. Там Рощин набирает ход. Он, кстати, не забивал еще сегодня. Григорян убирает и Шутина. Пас на Рощина следует. Рощин пяткой ставит. Нет, сам себе ставит. И дальше срывает передачу. Рощин и хватается за голову. Вот контратака, знаете, вот тут сейчас по форме Боруссии Дортмунд напомнила как раз в лучших ее бросах. Стремительная, резкая контратака. Интера. Я вижу, что Алексей Швындин и Дмитрий Вакуленко, руководство Гефеста, очень внимательно смотрят за действием Интера и что-то обсуждают. Как раз, думаю, это наметки на матчи, которые будут между этими командами. Возможно, они окажутся решающими в этом чемпионате. В первом круге выиграл Интер 3-2 в драматичнейшей борьбе. Вел 1-0, проигрывал 2-1, выиграл 3-2. Там были спорные моменты. А здесь Арта Григорян оформляет хет-трик. Владимир Свежук все сделал. Ну и на дальнюю штангу мяч отправил. Ну, это Арта Григорян. Как и положено, лучшему бомбардиру уже он больше всех забил сегодня. Ну, а Интер забил 8. Ну, и Григорян обходит лучшего бомбардира второй части сезона. Ивана Симакова, у которого было два мяча, ворота Невы. Бураев. Не сумел обработать мяч. 11 минут еще нам наслаждаться зрелищем на стадионе на Флотской. Илья Федоров сделал передачу вперед. Кстати, еще Константина Кадеева. Мы не видели на поле, что у него есть заявки. Его я точно не вижу на скамейке запасных. Наверное, его нет. Я еще удивился, что не в стартовом составе. Константин не доехал. Очевидно. Несколько стыков. Евгеньев на Бураева. Бураев больше в атаке, чем в обороне. Мамонов, а сейчас у нас Интер вторым номером действует. Ходорев не доходит мяч до Нищушкина. Ну, знаете, можно найти прогресс у Невы, а можно найти геометрическую прогрессию. Прогресс в том, что был один гол, а стало два в чужие ворота, но в свои было 4, стало 8. Рощин, и это, да, похоже, что не предел. Григорян, а вот сейчас перенацелился он на удар, на то, чтобы забить четвертый, на том, чтобы оформить в покер, вместо этого угловой. Шесть команд выходит от севера в Еврокубке, судя по всему, в новом сезоне. Пять по итогам чемпионата, одна по итогам кубка, но что-то мне подсказывает, что на севере опять не будет сенсации, выйдет кто-то из тех, кто в этой пятерке или шестерке будет, так что первые шесть команд попадут. Артем Ковалев, по-моему, забил гол. Сейчас в ворота Невы. Это девятый мяч. Ломает нам геометрическую прогрессию Артем. А сам забивает свой первый гол во второй части сезона. Ну, будет с нетерпением ждать зато команды занятия в четверг. Особенно наверняка Дмитрий Мечков. Ну а затем у Гефеста Динамо ЦДК. Неплохая связочка. Ну, это 23-25 февраля. А в следующем туре...
Вот нас поправляет не Артем Калюф, а Мишин забил, но это еще один дубль, значит. А в следующем туре Интер с APC играет. Ну, может быть, опять в четверг будет интересней. Кто знает, не в обиду APC. Буду надеяться, что электроники навяжут борьбу. Ну, думаю, что вот так безвольно они выглядеть не будут. Ну и такого сбора у них плохого не будет, это точно. Так, дубль у Алексея Мишина, дубль у Владимира Свежука, дубль у Алексея Аверьянова, хет-трик у Артака Григоряна, дубль у Сергея Ничушкина. Ну и у нас Артак Григорян идет на покер. Идет на покер и зарабатывает пенальти, которые кто будет бить? Интер и пенальти. Еще в том сезоне это был, в общем-то, ну такой спорный момент. Это еще был далеко не гол, и Артак Григорян в том числе не забивал. В этом сезоне, вот не помню, я бил на лет, но я сейчас посмотрю, не буду отвлекать Никиту Лаврентьева. Посмотрю сам, тем более, что Владимир Коржевский что-то там с установкой мяча. Заставляет переставить Григоряна, ну и он бьет. И не забивает Артак Григорян. Не забивает Артак Григорян. Ну что ж, незабитый пенальти на 54-й минуте, это то, чего не хватало этой игре. Ну а Станислав Плохих берет точку. Ну и записывает плюсик в свою пользу. У Григоряна не было голов с пенальти в этом сезоне. По крайней мере, в чемпионате. Ну а здесь Эдуард Батыгин вынужден был выбить мяч. Ну, куда подальше? Кстати, в истории Интера, ну, вряд ли эта статистика информативна, потому что далеко не все пенальти писались. 4 гола у Артема Ковалева с пенальти, значит, 2 у Артака Григоряна, 3 у Владимира Колесникова. У Дениса Калинина есть гол с пенальти. Ну да, кстати, статистика у нас во втором круге считается заново. Да, Павел Сучилин был пенальтистом команды в этом чемпионате. Забил дважды с точки. Но сегодня Павла Сучилина нет. Ну а здесь у нас есть фол. Быстрый розыгрыш. Да, Тараненко и Кадеев, похоже, не добрались до стадиона. Но даже так, у Интера 4 человека на замену выходили, включая голкипера Эдуарда Батыгина. У него-то замен нет. Хорошо, что Тимур Бураев смог доиграть. Здесь фола не будет. Здесь выпрашивал, потому что Алексей Аверьянов. Ну и в итоге удар от ворот. Откровенно доигрывают команды матч, причем никакой ни плотности, ни темпа. Еще 4 минуты, но Интер до 10-го доведет или нет свою результативность гола. Плохих хорош, отбивает удар Артема Ковалева. Как покажет практика, Артем Ковалев вообще не забивал сегодня. Ну и, может быть, и Нева забьет. Правда, давненько Нева не атаковала по-настоящему. Вот тот период по ходу второго тайма, когда Нева даже немножко, ну как, придавила. Когда Интер просто отдал Неве мяч и на своей половине поля встречал и разжимался контратаками, он, в общем-то, закончился этот период. Ну а здесь угловой Игорь Кожановский зарабатывает. Бьет Тимур Бураев. Вот он, шанс был еще один мяч забить. Но нет. Не получается. Очередная замена. Дмитрий Мечков вернется в игру. Он вместо Алексея Аверьянова выйдет на поле. Свежук поднимется повыше, наверное.
или нет. Мечков куда-то на край уходит, в оборону. Свежук остается в центре. Григорян. Мечков. Свежук. Перевод. Там притаился Алексей Мишин, автор двух голов сегодня. И угловой. Артем Ковалев будет его исполнять. Розыгрыш Мишина с Рощиным. Обменялись два раза передачами. Григорян ставит под удар Алексею Аверьянову. И еще один человек у нас оформляет хет-трик сегодня. У Григоряна, видите, покер-то не получилось пока оформить. Но на 59-й минуте он еще одну голевую передачу делает. Вернее, нет, наверное, первую. Я не все моменты там заметил, кто отдавал. Может быть, и есть еще пасы у Григоряна, но сейчас точно есть. Ну и есть 10 мячей в воротах Станислава Плохих. И это еще Артак Григорян не забил пенальти. Остается играть минуту 20. В этом матче Бураев обыграл сам себя. А Мишин... Нарощенная. Тот немножко повоевал с мячом, вернул Мишину. И Григорян! Ну, здесь тут невозможно было промахнуться. Покер есть. В начале 60-й минуте с передачи Мишина Григорян забивает свой четвертый гол, ранее не забив пенальти. 2-11 у нас на табло. 40 секунд еще мучиться Неве. Наслаждаться нам с вами. Ну и доигрывать откровенно Интеру. В общем-то, команда может поиграть. Может поиграть, может не играть. Я думаю, вот так все стоит. Но идет в атаку Интер. Сразу отбирает мяч. С Мамонов жестко ставит корпус. Дважды. И провожает мяч за лицевую линию. Там такой с Аверьяновым был жесткий у них стык. Кстати, вы никуда не уходите сразу после финального свистка. У нас сегодня будет еще интервью, поскольку в режиме матча тура проходит эта игра. Возвращается у нас игры тура в эфир. Ну и мой коллега Никита Лаврентьев сейчас отправляется вниз, чтобы поговорить с кем-то из участников сегодняшнего матча. Полагаю, с кем-то из Интера. И не рискую ошибиться. Хотя я не знаю досконально, кто будет собеседником Никиты. Может, и он сам еще пока не знает. Ну что ж, если бы мне сказали, что будет 13 голов в матче в первом, который я буду комментировать в высшем дивизионе, ну и при этом назвали ко мне же команду, я бы, наверное, угадал примерный ход игры. Но вообще, наверное, это все-таки событие, которое будет не таким частым, такое количество голов. Все прогнозируют, что мячей будет поменьше. Но, может быть, их станет поменьше, когда поля будут получше. Пока все-таки скользковато, холодновато. В первой части чемпионата вы заняли первое место. Сейчас после одной игры, получается, выходите в лидера турнира. Есть ли у Интера задача выиграть этот чемпионат? Ну, у нас задача стоит каждый матч выигрывать, поэтому будем стремиться к этому. Вот. А потом посчитаем очки. Вот. Задача – каждый матч – победа. Какие лично вы цели ставите перед собой на оставшуюся часть сезона? Выиграть каждый матч. Спасибо и удачи. Пожалуйста.